дурак. Ты сначала целоваться научись. А ты меня научи, я так стараться буду. Что мне, делать нечего? Это точно. А может, все-таки начнем? А где моя кукарямба? Что? Я повторяю еще раз. Где моя кукарямба? Что это такое? А что обозначает это твое слово? Я знаю одно. Это не пылесос. Я проверяла. А вы знаете, кто придумывает новые слова? Нет. Я думаю, этим занимаются старые, престарые профессора. Они собираются, рассаживаются и начинают придумывать. О, карпа, рыбус, сорт рыбы. О-о-о. Ехидна, вулканос, грустный человек. О-о-о. Программа профессора жижила, все свое отжижила. Кукарямба, пока не знаю, что это такое, но давайте думать вместе. Ребята, а может быть это название какого-нибудь цветка? Кукарямба. Нет. Да ну вас, а может это вид китайской борьбы? Ну что же, невоспитанные дети? Вы
нужно тоже так знакомиться. Ну а как? Можешь сделать книгсон. Или же шапка-одиночка. Еще чего? Так еще хуже. Ну а как? Вежливее всего знакомиться на Апеннинском острове. Апеннинского острова, да нет. Как нет? Есть Апеннинский полуостров. А куда делась его вторая половина? Я не брала. Бедный Апеннинский остров. Его вторую половину сожрали акулы. А вот что вы ржете? Он стал полуостровом из-за этого. Но это неудивительно, ведь акулы такие сладкоежки. А земля на нем такая сладкая. Чай можно пить в прикусках. Ну так как же там знакомиться? Все очень просто. Нужно повернуться вокруг себя, крепко обняться, дать пять и громко назвать свое имя. Начали! Thank you.
ищу. А как выглядит твой папа? Он случайно не среднего роста? Да. На тебя похож только повыше, посолиднее. Точно, это он. Нет, мы его не видели. Ой, подожди. А он случайно не лысый? Ничего, он не лысый. А уши у него словно лопухи на плечи не свисают? Еще чего? Можно подумать, ты видела людей с такими ушами. Нет, таких людей просто не бывает в нашей стране. А вот в Китае совсем другое дело. Однажды в Шанхае я видела китайца по имени Хайшан. Вот с такими вот большими ушами. Когда лил дождь, он накрывался этими ушами, и было тепло и сухо. Если он встречал своих друзей, он их тоже накрывал этими огромными ушами, им тоже было тепло и сухо. Хайшан очень любил поспать, и он просыпался иногда в самую последнюю минуту, расставлял свои огромные уши, и ветер нес его с невероятной скоростью, и он всегда везде успевал. А сколько у Хайшанга было детей? Не знаю. Правильно, у Хайшанга было столько детей, что он их сам считать не мог, мало-мало меньше. А меньшего звали как? Васька. Это китайского-то мальчика звали Васькой? Не может быть. Вот и жена Хайшанга так говорила. Ты спятил? Я? Ты китайского мальчика хочешь назвать Васькой? А что? Так ведь кура насмерть. А мне плевать на кур. Хайшан был настоящий мужчина, он умел стоять на своем. Ну, да. Скажи. Да, скажи. Моего младшего сына будут звать Васька. Я больше скажу. Его будут звать Василий Хайшангович. Что на это могла ответить его бедная, измученная жена? Ой, ладно, пускай будет Васька. Васька был самый избалованный ребенок во всем Китае. Когда его кормили, он так капризничал, что мать его приходила в полное отчаяние. Ты ведь знаешь, что в Китае едят ласточки на гнезда? И вот однажды мама наложила Ваське полную тарелку ласточки на гнезда. И стала кормить его с ложечки, приговаривая. Ешь, Васенька, эту ложечку мы съедим за папу. Но когда Ваське давали гнездо, он плотно сжимал свои губы и мотал головой. Когда Хайшан увидел, как его младший сын ест, он рассверепел и приказал не давать моему младшему сыну ничего, пока он не съест это гнездышко за папу. Но я же говорила, что Хайшан умел стоять на своем. Это гнездышко стали варить Ваське с мая по октябрь. И вот однажды, это было 15 октября, жена Хайшанга попросила. Хайшан, наш сын голодный, он не ел уже полгода. Ну, может, дать ему две тефтельки, а? И что бы вы думали, ответил на это Васькин отец? Чушь какая-то. Именно эти слова сказал Хайшан своей жене. Какой Хайшан? Какой жене? Папа, я тефтельки хочу. Какие тефтельки? Хайшан, у тебя совсем нет сердца. Хайшан, ну так ведь тоже нельзя. Посмотри, на чего ты довел свою семью. Ну где тефтельки? Нет. Одну? Ни одной. Не давать моему младшему сыну ничего, пока он не съест это гнездышко за папу. Но когда Ваське давали гнездо, он плотно сжимал свои губы и мотал головой. Китайцы не сдаются! Стойте! А как он прожил с мая по октябрь без еды? А он не жил, он умер. А-а-а. 19 числа его похоронили, а 20-го прилетела ласточка. Ласточка! Ласточка! 20-е! Лечу! И никакой беды не случилось. Но когда Ваське давали гнездо, он плотно сжимал свои губы и мотал головой. Он плотно сжимал свои губы и мотал головой. Он плотно сжимал свои губы и мотал головой. То есть это все правда? Конечно. Я по-твоему не вру? Конечно нет. А на самом-то деле я? Какие бы люди доверчивые смогли поверить, что без еды можно прожить полгода? Ну три, ну четыре. На худой конец 5 месяцев. Куда ни шло? Но полгода. Это уже глупости. Нет, мальчик, не видели мы твоего папу. Мы сегодня вообще никого не видели. А вот вчера мимо нас прошло 18 тысяч, взявшись за руки.
почему она исчезла-то, а? А ведь мы еще не нашли кукарямбу. А без Пеппи кукарямбу ни за что, не найти. Интересно, а что делал бы Пеппи дальше? Я поселилась бы на Вилле Курица, ну вот господина Мисона. Я бы делала, что люблю, сама себе укладывала бы спать. И главное, я ни за что бы на свете не ходила бы в школу. Взрослым бы это не понравилось. Взрослые никогда тебе это не позволят. Они сразу пришли полицейские. Один такой. Другой такой. И тебя живо убегут тебя в детский дом. Но это мы еще посмотрим. Итак, история про Пеппи и полицейских. Такие сингапурцы, прям как на подбор.
А не знаете, что ваша столица Караганда? Откуда знаешь? Я была там с папой. Ну вот что. Что? Хватит вам жать, чтобы делать, что хочешь. Хватит. Теперь я отправляюсь в детский дом. Точно. И нечего тут. А я вас оставила помолиться. Наша служба и постоит трудно. Здрасте. 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 А как будто наша служба не трудна и не опасна. Вот именно. Ой, ты чё, блин? Под ложечкой сосёт. Вот ты. А может, работать пойдём? А? Ты чё, упал? Нет. Так вот сейчас упадёт. Я пошутил, чё-то. Шутки у тебя. Повила. Курица. Да лучше вилка с курицей. Видимо, здесь кто-то поселился. Похоже. Значит так, нам надо зайти, узнать, который час. Ага. Входите, не входите. Хотите, входите. Поступайте, как хотите. Вот сколько будет? 3700 и 2800. Сумасшедшие деньги! Я вижу, вы тоже слабы в математике. А как насчет загадок? Девочка, который час? Сначала отгадайте загадки. Идут, идут, а с места не сойдут. Да, это не мы. Эх вы, здоровый дядя, не смогли отгадать, что это часы. Понятно. Лучше скажи мне, девочка, а
ведь ты дома одна. Ну, нет, я живу с господином Нильсоном. Только это не загадка, а вопрос. Ну, понятно. Тогда нам пора. Да. Ровно 20 миллионов. Да вы про время спрашивали. Ну, спасибо, девочки. Спасибо, милая. Но пора. Ты видел, сколько денег? А что делать-то будем, а? Дождемся, пока они все заснут. И утащим все деньги. О, свет погасили. А дверь не заперли. Тем лучше для нас. Пошли. Это что? Это девчонка. Похоже, она очень крепко спит. А где спит этот ее Нильсон? Господин! Я требую называть его господином. А спит он в зеленой кукольной кроватке. В зеленой кукольной? Странная прихоть для господина. Че, сердце? Обезьяна! Кукла! А кем бы вы хотели, чтобы он был? Косорубкой, что ли? Послушай, девочка, ты дома точно одна? А где твои родители? Их никогда не бывает дома. Ну, а чемоданчик, в котором ты держишь золотые монетки? Он стоит в углу. Ну, тогда мы возьмем его себе. А ты при этом даже не видишь. Да. Полицейские! Господа полицейские, отпустите нас, мы ничего не знаем. Господа полицейские, отпустите нас, пожалуйста, мы же всего лишь зашли узнать, который час. Эх, мужики, мужики, и не стыдно ли вам? Стыдно. А вы знаете, что в центральном Аркамбузе вообще нет воров? Как? Ни одного? И просто некогда воровать, они сидят и поют. В ополе березонька стояла, выпила 100 грамм и упала. А вы умеете танцевать? Еще как. Только скажи полицейским, чтоб нас отпустили, пожалуйста. Ладно, отпустите. Лучшее средство от воровства – это рок-н-ролл. Разве что кефира. Кефир так кефир. Вставай. Так выпьем же за здоровье Пеппилоты, Виктуалина, Рубли, Гальдины, Длинному Чулку. И чтобы никаких больше ограблений, кстати говоря. Ну, все, выпьем. Да, мы пора. Пошли. Нет, оставайтесь. Вы такие нет. Славные ребята. Да ты нам мстишь. Нам нет. Надо идти. Бэби! Ты куда? Да сейчас приду! Что такое Горямба? Как найти ее и где? Может, это представление о несбыточной мечте? Это огонек во мраке, очень теплый, мягкий свет. Это ощущение детства, независимо от лет. Это полная свобода, будто крылья за спиной. Ты взлетаешь, и фантазия уносит за собой. И умение быть счастливым, радость в сердце находить. А потом, что в эту радость добрым людям подарить. Мы искали Кукарямбу и нашли ее, наверное. Кукарямба – наш театр! Кукарямба – наша вера!